Меня зовут Айдос. Я консультант Национальной палаты предпринимателей «Атамикен». И сегодня я расскажу вам, как подать заявку на получение субсидий на развитие производства приоритетных культур, являющихся важным направлением в сельскохозяйственной отрасли страны. Субсидию могут получить производители оригинальных семян, элитно-семеноводческие хозяйства, семеноводческие хозяйства, сельхозтоваропроизводители или сельхозкооперативы за приобретенные по полной стоимости удобрения, пестициды и биоагенты. Полный перечень приоритетных культур, которые подлежат субсидированию, требования и нормативы вы можете найти в правилах субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства на сайте adletzan.kz, а также на сайте электронного правительства. Выплата субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий. Первое. Подача сельхозпроизводителям заявки посредством веб-портала электронного правительства. Второе. Регистрация заявки в государственной информационной системе субсидирования. Третье. Наличие у товаропроизводителя или кооператива лицевого счета в государственной информационной системе субсидирования. Четвертое. Посева в текущем году или в предыдущем году приоритетных сельскохозяйственных культур. Порядок выплаты субсидий. Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 февраля до 20 декабря соответствующего года. Если вы, например, выращиваете пшеницу из оригинальных семян, то можете запросить субсидии в размере 120 тысяч 400 тенге. Субсидия на кукурузу из гибридов первого поколения составит 400 тысяч тенге. Рассмотрим подачу заявки. Вам необходимо зайти на сайт gosagro.kz с помощью электронной цифровой подписи и зарегистрироваться. Сначала выбираем раздел «Субсидирование развития производства приоритетных культур» в графе «Услуги» на главной странице. После открытия следующего окна выберите свой регион и нажмите кнопку «Получить услугу». Выберите свой статус – физическое или юридическое лицо. Далее нажимаем на кнопку «Настоящим прошу выделить субсидию на производство приоритетных культур». Выбираем культуру в разделе «Культура» и указываем БИН заполнителя, год севооборота, номер телефона. Затем необходимо заполнить сведения о земельном участке и наличии текущего счета сельскохозяйственного товаропроизводителя или сельскохозяйственного кооператива в банке второго уровня и приложить договор о сдаче сельскохозяйственной продукции с перерабатывающим предприятием. Документ, подтверждающий передачу товара между сельхозпроизводителем либо сельскохозяйственным кооперативом и перерабатывающим предприятием. Следующие загружаемые сведения – платежные документы, подтверждающие затраты перерабатывающего предприятия. Документ, подтверждающий передачу товара между производителем сельскохозяйственной продукции или структурными подразделениями сельскохозяйственного кооператива. Далее акты сверки с отметкой «Подтверждение», договор с перерабатывающим предприятием о сдаче сельскохозяйственной продукции, документ, подтверждающий передачу товара между производителем сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственным кооперативом и перерабатывающим предприятием, платежные документы и справку о наличии счета. Файл не должен превышать 15 мегабайт. Нажимайте на кнопку «Сформировать документ», «Подписать» и «Завершить». Срок оказания услуги – 2 рабочих дня. Пользуйтесь возможностями, которые предоставляет государство, и развивайте свой бизнес.